Ну вот так вот, дорогие друзья, обычным субботним утром под звон колоколов мы буквально залетели на палубу парома Окски и за нашим бампером натянули цепочку. Изначально наш путь лежал в Винновку, через хребты Жигулей. Но этим планом, как выяснилось позже, не суждено было сбыться. Вообще, переправа ранним утром – это очень здорово. Еще не жарко, на реке легкий бриз, а город утопает в молочной дымке. Единственное, я всю дорогу переживал за висящий практически над водой бампер. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Здесь я знаю практически каждый уголок. Теплые воспоминания из детства, связанные с рыбалкой и охотой, ассоциируются у меня исключительно с этими волшебными местами. После Шлихмити асфальтовая дорога резко закончилась и началась грунтовка. Несмотря на то, что мы были на внедорожнике с хорошим клиренсом, кондиционером и полным багажником еды и воды, перспектива застрять где-то в этих местах не сильно радовала. Ко всему прочему, машину все больше и больше окружал рой гигантских слепней. Дальше минуту за минутой ситуация только усугублялась. Качество дороги совсем ухудшилось. Появилась достаточно высокая колея, местами с непролазными зарослями. Ну а после и вовсе резко пошла в гору. Конечно, ничего удивительного, ведь мы взбирались на вершину, чтобы потом благополучно спуститься вниз к подножью и добраться до монастыря.
ураганы летят всю дорогу. Ужас, ужас. Даже смотрите, что. Кошмар. Ребята, я в шоке. Забравшись на гору и угодив в самую чащу с настоящими звериными тропами, мы оказались около глубокой канавы с водой. Я понимал, что если тут застрять, то бежать весь обратный путь до деревни будет, мягко говоря, не с руки. Да искать вечером в деревне трактор, который вытянет машину из ямы, мероприятие не из самых легких. Рискуя свалиться в лесной кювет, на пятачке площадью 4 квадратных метра мы развернулись и решили более не испытывать судьбу, а поехать на берег Шелехметского озера. Не доехали мы до Виновки. Дороги нет. Закончилось на половине пути. Нас чуть не сожрали огромные пауты. Кто-то из этой серии. Ну вот сейчас остановились в Шелехмете. Или это новинки, Паш? Между новинками и Шелехметью остановились. Вот у нас будет пикничок. Новый стул. С ценником даже еще. Саша, садись. Трон тебе. Второй стул. Как зонтик, раз. Сильно? Кто тут еще машина видел, ночевка, люди спят, наверное. Может, на рыбалку приезжали рано. Вот зверь какой летает. Вкусно? На природе все вкусно.